Да, предлагаю в другом месте постоять. Вроде маловато. Люди сейчас вот пацаны на фарме. В стороне аэропорта. Пошли туда? Да. Товарищ генерал-полковник. Это очень плохо, это нарушает скоростной режим. На кого есть-то? Так точно. Подхватите меня куда-нибудь. Мы сесть хотел. Ты сесть хотел? Ну да, товарищ. Сесть назад, пожалуйста, что вас не видели. Что, страшно, что ли? Не, это для безопасности. Слушай, вон тебя ключ дам. У нас так много там в машине. Нужна, блядь, нам, по идее, черная тачка. Я говорю, ФСБшникам черная машина нужна. Чероки тонированные. Да. Чероки заебись, а не то. Нам надо поймать Вита Скалета и Смита. У них по очень много розысков. У нас розыски. Все, завтра. Завтра это РДМ, да, стример приходит. Все, все хвалим, блядь. А, ничего себе, у Смита 4 убийства. Он успел убить. Одно ограбление. А у Вита убийство медика и ограбление. Медика, блядь. А что, вы вчетвером едете? Да. Ну и зачем вам четвертый, если три максимум патрулей может быть? Непорядок. В решении ж будет четырех можно же. Нет, я не давал такого разрешения. Я сказал максимум три. Иди, давай. Пересаживайся к нам. Вы где едете? О, Lexus. Поехали. Не ушайте, товарищ, мы увидим вас как. В сторону этот самый. Мы езжайте в сторону Аэро, Атиры, разворот и обратно по федералке. Там где-то машина была, мы поехали на наркоту. Куда скоро села? Какая у нее скорость машины? Нет. 203? Ни хрена. У меня лагает. Очень жутко что-то выяснить.
Да. Не нужайте, пожалуйста, скоростной режим, товарищи. Так, башки расставить. Ну, 272, по-моему, идет, да? А, это Lexus 270 с чем-то идет. Утюнь, открывайте двери. Ты людишку увидел? Ты людей увидел? Машина затмил. Куда вы поехали? Да-да-да, езжайте же. Давайте назад по федералке. Туда-сюда, туда-сюда по федералке ездите. Споймайте, там был этот УАЗик был зеленый. А мы поехали дальше, чекнем где-то.
дальше ДП-11 не стоит уезжать. Говорю, думаю, дальше ДП-11 не стоит уезжать. Да он нас увидел, он чипиздил, куда глаза глядят, блядь, по полю поди въебал. Да на столицу повстанцы. А у нас, кстати, у вас эти... Продается, да? Я говорю, у вас продается умышленный бронежилет, да? Стоп, проверка документов. Ну давай, давай, трогай быстрее. Здравствуйте, товарищ. Поставим формальную проверку документов. Будьте любезны, предоставьте документы. Младший, старший сержант Башкир, вот мой удостоверение, мой жетон. Я минуточку достану, да я, вот он. Будьте любезны, предоставьте ваши документы. Ага, всё. Чем занимаетесь? Всем работаю. Хорошо. Будьте любезны, не нарушайте скоростной режим, хорошо? Хорошо. Удачного дня вам. Простите за беспокойство. Товарищи, поехали. Не забудь спросить, вы видели посторонние машины? Во, не останавливай. Останавливай. Вроде заебись. Так это не БМВ вроде, да? Ты таксист, вид из колета. Так а что? Я, собственно, ничего не нарушил. Выйдите с машины, пожалуйста, товарищи. Добрый день, господа, здравствуйте. Добрый день. Выйдите покиньте, с машины. Пожалуйста, транспортные средства для проверки документов. Старший сержант Башкир. Здравствуйте. Кадет Смайл, будьте вот любезны, мой жетон. Покажите ваши. Можно ваши документы, такси, пожалуйста. Такси, вот, товарищ. Вита Скалетта, вы находитесь у нас в розыске. Ограбление, убийство медика. Я времени проверю. Будьте любезны. Розыска. Поехать. Хотя бы за что, простите? У вас все в порядке с документами. Мы спасибо. Находитесь у нас в розыске, товарищ. Я в курсе. Будьте любезны, проехать в КПП. И там мы проведем допрос вас. И другие формальные дела. Будьте любезны, покажите ваше удостоверение. Старший сержант Башкир, вот мое удостоверение. Где ваше удостоверение? Минуточку. Старший сержант Башкир, будьте любезны, предоставьте ваше. Хорошо, благодарствую. Будьте любезны, поехали с нами, товарищи. Да, да. Хорошо, давайте. Фу. Проедем. Товарищ полицейский. А кто мой счет оплатит, вот, ну, товарищу таксисту, как бы за не то, что мы катаемся? Все будет хорошо. Садитесь в автобус, поедете с нами. Я в такси сел. И я понимаю, что мы задержали особо опасного преступника. Проезжай. Кадет, выезжайте вперед. Понял. Товарищ генерал-полковник Егоу, мы задержали таксиста Вита Скалетта за убийство медика и ограбление. Как приняли? Где у него на пол?
Да, окей. Езжай по свечке. Бабки шагбовые, ладно. Вас закуем? Для чего? Я и так по ним пройду. Так. Формально. Чисто формальности. Младший сержант Змей Горыныч, будь любезны. Допустите человека. Змей Горыныч, допустите человека, пожалуйста. Подойдите за запросом. Таксист Витасолеток, директор таксопарка. Проверка оборудования с багами. Гражданин, уберите оружие из рук. Я не держу оружие. И у вас лицензия на оружие нет? Есть пистолет. Но он не заряжен и без патронов. А лицензии у вас нету? Да. Оружие это взимает? Это оружие продается у нас в таксопарке для защиты таксистов. Только в случаях самозащиты. Ну, извините, но богами я не был проинформирован о том, что еще нужно приобретать лицензию на... Приобретем и справимся. Ну вот мы прибыли в ПУ Ковали, но там никого не было. Ну, у вас, по идее, как бы дежурный должен быть в ответственности, если я не ошибаюсь. Но это же не моя вина, то что у вас нет дежурного, правильно? Согласен. Да, конечно. Младший сержант, Змей, все в порядке?
таскаль, товарищ? Ты таскаль, сколько у него набежал товарища? Уже 6. Пожалуйста, что? Не обманывайте. Я не могу. Он я пока могу сказать пока только, чек, когда остановится. Чек не выдаст. Да. Он, у меня в машине стоит счетчик, и вот когда останавливается поездка, вот только тогда вылазит чек. Я вам не могу сейчас сказать, вылез? Сколько на чек. Еще нет. Нет. Если сейчас надо, я могу остановить. Откуда надо вообще ехать? М? Куда вам надо ехать? До аэропорта. Порта? Да, пожалуйста. Вот вы нас как раз остановились, мы хотели одеться и приехать к вам в полицейский участок. Что у вас делает медицинский рюкзак? Будем заплатить за товарища, за его... Представьте, вот так он делает у меня за спиной. Потом приедете, да, предоставьте мне чек, хорошо? Хорошо. Я говорю, я вам сейчас могу вытянуть чек в машину. Не, не надо, товарищ, не надо, я вам доверяю. Там, где я его взял, с кем я разговаривал? Сидит с моей девушкой, представляюсь. Выйти просто для вас нашими товарищами, генерал-полковник, вы не скажите, у нас есть министр, уже вопросы мне какие-то задают. Здраво, может, там все какие-то миссии, товарищи? Почему я должен вам отвечать? Так, а кто? Товарищ Гагарин, гражданин Башкиру уже перевел оплату, счет на мой счет за вашу поездку. Деньги поступили. Все, мы можем быть ровным. Все. Спасибо, и с вами было приятно. До свидания. У кого там в животе бурлит? Чему поесть надо, могу дать еду. Пока нет. Садец Майя на связи. И старший сын Башкир. Что, поехали дальше патрулировать? Они едут на встречу уже к ним. Надо передать, открывай. Генерал полковник! Они находятся, наверное, на расстоянии больше. Хорошо. Интересный режим. Ваня. Какой ты интерес у меня появился. Теперь да. Не знаю, я на этой частоте сижу с того момента, как мы только переоделись, сели в машину. Нет, да вроде как нет, она ловит там на 20 хером км. Ношение огнестрельного оружия. Угу, приняли. Приняли. Я хирург,
Леонида, младший сержант. Где вы следите, они напротив нас есть уже. Прожим встретиться, потихо. Остановись, остановись. Ну, потому что, наверное, все на задание, блядь, срочное задание. А, желтый Dodge Challenger, это такси? Займись прокатом авто, бля. Прокат грузовиков. В аренду. Я буду ФБшником. Я не пойду в ФСБ, это не по мне. Хорошо, микрофон фонит. Нет, он не то, что фонит, он у тебя не четкий. Ну да. Кинул, тебе две штуки хватит. На, ничего, возьми эту хуйню. Кадет, возьмите банк тушенки, пожалуйста. Давай, давай. Проезжать, в принципе, можно и убрать, но как потом. Это откуда он появился? О, зодиак присоединяется. Зодиак это, блядь, какого-то. Это МЧСник, блядь. Зодиак это МЧСник, блядь, как же у него было имя на этом самом. А, который спорил с нами постоянно, блядь, и бан мы потом поотлетали за спор с медиками, типа. Блядь, же как его. Да, на Парадайзе министр был или замминистр. Зодиак? Министр, да. У да него не ник, имя. У него ник в стиме Зодиак. А на да, острове... ну боже, мало Зодиака, что ли? Ой, фу, окей, ладно, все, все, ладно, закрыто. Товарищ генерал, у вас это помутнение в мозгу. Да, хорошо. Так, а чё это? А чё, пишите, давайте доложить. Посмотрим, кто может быть старшему сержанту Башкиру. Да. Министр здравоохранения предложил нам всем пройти медосмотр. Но я посоветовал бы пройти медосмотр двум товарищам, младшему сержанту Смотрижу и младшему сержанту этому, как его, блядь? Леониду. Да. Ты их видишь сейчас на острове? Нет, ну можно нам пройти всем. Мы все здоровы, думаю. Сейчас, сейчас.
Ну, я объясню на Китай, я зайду попозже, я сейчас прям бросать все, заходить не буду. Сколько сейчас? Нормально. Да, нас отправили. Да, да. О, данскрин заходит. Тоже такого не было. Пис, кстати, новичков заходит, лол. Может. А, так этот же ж написал сообщение, блядь. Угу. Да, да. Блин, ревидер отсоединился. Да, просмотрим. Все-таки, походу, СМИ заработала эта реклама-то, да? Я могу только через 3 дня вылезть. Не знаю. Мод сколько весит, Егорка? Ну. Что-то слишком много. У меня были моды, у меня меньше скачал, гик скачал. У меня, я не помню, я поставил скачиваться, у меня что-то там то ли 3 вылезло гига, то ли чё ли, блядь. Знаешь почему так? Когда у тебя моды есть, он их не скачивал, у тебя к ним дополняются эти моды. Ну, у меня машина здесь стоит. А хуйня, то что зелёная зона, да? У меня модов на виски на 300 гигабайт. В плане? Ну нет, взломать не смог. Ну, как бы рюкзак сюда положить, нет? Ааа, так. О, пойдемте проверим. Пожалуйста, сними тебя всю технику. Надо на штрафстоянку все отправлять. Вон, человек бегает, пойду-ка уже. Где разберись с ним. Драйвлайд, гражданин, кадет Смайл, вот мои документы. Здравствуйте. Можно посмотреть ваши документы, гражданин? Угу, товарищ, дискрин. Сейчас мы вас проверим по базе данных по розыску. Все в порядке. Это не ваша машина стоит? Нет, слушайте, не моя, не моя. А вы не видели гражданина, который ездил на этой машине? Нет, я только проснулся. А, понятно. Да. Я свободен, да? Да, да, вы свободны. Спасибо. Конфискуем машину, нет? Ну, по сути, она припаркована, только... Почини... Ну, починить и оставить, да. А чё это такое? Похоже на Марк второй. Ну, я говорю... Nissan Civic Indigo, Nigro. Nissan, это Nissan Nigro. Иди сейчас, Никита, забыл палашки.
Не, он с СПП с ним был. СПП 11. Да, с этого острова. Подожди, мы же можно его на автомат нажать. И как там на автомат его нажать, чтобы он полетел? Открываешь, этот, подключаешь его к терминалу, открываешь терминал, shift и левая или правая кнопка мыши туда, куда ты хочешь его послать. И там на стрелку пребывания настраиваешь высоту, траекторию и так далее. Подключилось. Это, видимо... Ну, shift, да, и... заводитель вообще никто сесть не может? Нет. Сейчас приедем. Я на кишке зависну пока. Где? Принял. Ебать, растете, дети. Что, поехали? Ну, может, он отсоединился, ты имеешь в виду? Разрыв связи был у него, тогда пока он не вылетит. Как на всех островах. Уазик, 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 впереди. Проверяйте документы, смотрите, есть особо опасный преступник ФЭД. Смит. Ой, Смит. Да боже мой, только что вашим предъявлял. Подождите. Здравствуйте, да, здравствуйте. Ага, держите, смотрите. Я вернулся с работы. Я его только приобрел. Ой, Юга, ты же старый, ты по-любому знаешь. Помнишь, раньше реклама была, короче, где это, мужика на роликах в комнату закатывают, типа да спрашивают, блядь, что с ним? Да, блядь, говорит, дед решил молодость вспомнить. Как эта мать называлась? Старший сезон башки. А что мне? Еще раз нажалуешь меня старым, хуй, я тебе помогу. Предоставьте ваши, пожалуйста, документы. Пастом Гиль, я недавно сам его покупал. Чё-то я наклонился, я чуть не помер, а у меня спину свело, блядь. Я сразу эту рекламу вспомнил, блядь. Хоть вы ещё за... Сейчас тихо знаю. Ладно, я пока похаваю, скоро приду. Ну хорошо, давай. Чем планируете заниматься? Не секрет. А ничем. Хорошо. Его задерживать, товарищ. Как зовут змей? Ты мудак. А хуй ты знаешь, блядь. Угу, хорошо.
приятного, Никита. Спасибо. Закрылось нормально. Я слышу, что-то скрипит и где-то ударяет дверь в ангаре. Да. Там-то калитка, короче, либо калитка, либо дверь в ангаре. Все обшло есть. Чисто. Тут все открыто в ангаре. А это уже не оставил. Никитос, ты тут? Старший сержант, Башкир, вы где? А, мы на парковке в Ковале стоим, ожидаем. Сейчас бегу. А чё такой наплыв народу сегодня? Реклама, друг мой. Это же хорошо. Я не говорю, что это плохо. Завтра, я думаю, побольше будет, ближе к 8 часам по Москве. Ребята, этот самый, может, завтра от полиции проведен пинбол или этот самый, если он здесь есть. На карте вроде бы отмечен, можно чекнуть и... Просто я думаю, может, кому-то ивент провести завтра, если народ будет, для гражданских. Так что, завтра реклама будет, да? Да, по идее. Скажи, пускай проезжает перед блоками, останавливается для досмотра. Принял.
Ольга, можно будет пойти это нарадарить? Да, да. Сейчас мы с Новаком покажем, как надо, блядь. Новак еще не КВ? Ну, если народ есть, то да. Пятнадцать человек на сервере вместе с копами. Что? Куда? А зачем тебе чикитун? А чё ты его не за? Ну, чекит он тут должен взять. Это вообще, в принципе, ФСБ вполне. До старшего сержанта, потом ФСБ. Да. Ну, не сержант, просто можно. Ошибки херен. Чё, досматриваю. А, давайте сейчас, если вы не спешите, минутку подождите, я сейчас запишу это сразу. Что-то резиденту передать. Что-то говорят, завтра реклама будет, да? Ребята, что подтвердить? Прошу прощения. Никита. Так, все записал. Так, ну все, в принципе, нелегально вы ничего не везете. Может, нож в кармане? Нет. Или пистолет за поясом? Юга. Ну ладно, Юга. Тогда проезжайте, не нарушайте правила дорожного движения. А то у нас сейчас появились... Это кто говорит, Клим, ты? Нам ввели... Блин, а Никита радары, тоже это отошел, да? Сейчас он полицейский. Никита кушает, наверное. Сейчас не будет отключаться? Так что не нарушайте закон. И не будет вам штрафа. Все, проезжайте, граждане. Спасибо за сотрудничество. Хорошей вам дороги. Ну вот там почему-то два радара сразу друг за другом на повороте. Ну, это уже к президенту. Главное не нарушайте. Да, кто говорил, действительно, чересчур близко поставил бетонные блоки. А вот, Юга, братан, да
ж допуск большой, машину, что-нибудь типа ДПС или ГАИ, там же вроде есть какая-то такая. Ребят, давайте брать машины, позвоним. Не, мы просто хотим порадарить. Типа, чтобы была ГАИшная. Так, возьмите Жигуля, ебать. А у нее нет радара. А, там у машины радар, да, получается? Да, нам чтобы разрисовка была, типа ДПС, ГАИ, и радар был. У нас как бы есть тройка с радаром, Лексус с радаром. Ладно, мы, ладно, мы забили ее. Так что, есть или нет, или мне доставать их? Да, радар-то есть у нас, мы просто это... Ну все, мы на этой погоним, все нормально. Закрой. Так, а че вы, блядь, от меня-то хотели-то, а? На тачку ГАИ. Ауди. Полковник, я вам за нее уже просил. Он был старший сержант для ДПСа. Ребята, я сделаю вообще сейчас. Действительно, сделаю машины. Одну машину на один уровень. И будет у вас три колечные машины на сержантах. И будете, блядь, побыстрее вы этот самый зарабатывать звание, стараться. Чтобы было вам интерес. Так что вообще машин скоро не будет. Наслаждайтесь тем, что пока есть. Кого ты ждешь? Ну, не ко мне вопрос. Никита попросил его зайти, он сказал, что сейчас зайдет. Я что-то его не вижу. Так, сейчас я посмотрю. Так, взять управление турели БПЛА. Сейчас я посмотрю, что там у нас на кокаине. Ну да, кинули чисто в группу объявлений, что завтра будет стрим, блядь. И все, и люди уже потихоньку заходят. Серега, смотри. Ты меня выдернул? Я его тоже слышу. А, значит, я просто сжег от Ирики доложек. Пожрал? Не пожрал, а поел тоже, генерал. Бля, жаль, что когда бросаешь управление БПЛА, что камера возвращается в небо. Да, согласен. Стояла бы она там же, блядь, одел бы GPS, блядь, и все, бегал бы и скинул бы этот БПЛАшку, блядь, управление, да? Да. Нет, если скинешь управление... закрепить. Да. Точку, и она будет постоянно наблюдать. А как закрепить точку? Там выбираешь, понял, открываешь терминал БПЛА, нажимаешь правой кнопкой на него, на shift, на стрелку, куда он тебе указан, и там выбираешь этот, не высота, а чуть ниже над ним, вот выбираешь, что ему делать. Еще раз, открытие управления БПЛА, правильно? Открыть терминал БПЛА. Да, есть, открыл. Выбираешь, видишь, твою стрелку эту? Угу. Направление на
именно саму стрелку, не сам путь, а на саму стрелку, короче, shift и правая кнопка, или правая кнопка просто. Подожди, мне зажать shift сначала? Не, просто правой кнопкой на эту стрелку жмешь, короче. Открылось такое небольшое менюшко? Нет, на какую стрелку, не пойму. Ну вот где у тебя путь идет, на конце стрелка, на конце этого пути, вот луч у тебя, на конце этого луча у тебя стрелка. Никакого луча не вижу, не пойму, в чем-то. Объясните ему кто-нибудь. Смайл, объясни. Парни, а много народу через ТП проезжало и сковало? Блин, ты вот как ему, например, приказываешь ему, допустим, лететь на наркоту, да? Путин сдаешь. На конце этого путя у него есть стрелка. Вковало, помню, кого. Понимаешь? Нажимаешь на эту стрелку, в конце пути правой кнопкой, выбираешь ему, задаешь ВПЛА команды. Понял? А если он мне не выбирается, блядь, сейчас? Я это ему назначаю путь, он летит, не летит туда. Не знаю. А, это автозависание, блядь. Я включил ему автозависание. Так, бросил управление. Я не знаю, как этот самый, как ты Никитос это делаешь. Кто? Мой кумир. Чему ты твой кумир? Не знаю, нравишься ты мне. А ну окей. Легавые подъехали. Башки, давай с пупсиком. Как? По пупсикам. Желаю. А чё мы все шкуры трём на ПО? Го, подсоль на восток. Кто-нибудь. Смита найти надо, я ещё раз говорю. Ну я, да, я видел, что он в розыске хорошем. Здравия желаю. ПСК? Я слышал, что он когда говорит, когда ты... Ребята, а чё, ДВ у нас убрали, да? Хуй хотя бы. Чё, это тебе нравится? Блин, как-то беспонтово выглядит. Кто-то пить хочет, пейте, кто-то хочет пить сильно. Кто-то дышит. Опа! Это Марк. Я. Я не могу понять, как им управлять. Так. Дай мне воду. Чего шлагбаум открытый, уважаемый? ПДшники. Вон там открыть шлагбаум. Вон там. ПДшники, говорю, ФСБ побежало. Нормально. Ворот закрыт. Я бы закрыл. Ага, я понял. Когда экзамен будет у Смайла? О, Смайла через неделю будет. Смайл, какой ты день к нам вступил? Третий. Второй или третий? Ну второй вот, день. Третий. То есть третьего нет. Я вторник вроде бы тебя принимал, да? Тачка и...
Вот во вторник и будет возможность сдавать. А чё это, ДВ не... У нас больше нет ДВ? Куда его останавливать? Есть ДВ. А чё он на голову... ну всё, разбирайтесь. Нас разбираются уже. Как? Так, я предлагаю съездить на пейнтбольное поле, Никитос, там сейчас. Чё, я до вас его пропускаю? Ребята, вы ПДшники, проводите все как полагается. Пускай заезжает, осматривайте. Поздоровайтесь, представьте, жетончик и понеслась. Так, сейчас ФСБшники садятся и уезжают чекать пинбольное поле, чтобы провести завтра еще и свой. Стоянку заехать или что? Стоянку заехать? Есть. Мед продавать. Кто-то машинку это, да? Парковал? Или нет? Блин, ты что, машина где-то ездит? Никитос, мы едем? Да, мы едем. Юга, а чё где-то ДП-1 здесь? Можно же тоже скоростной режим контролей? Ребята, отстаньтесь на этом самом. Одни от ПУшки ковали, может будут ездить, чтобы на ПУшку быстренько подскочить и пообщаться, когда там будут вызывать. А вторые ездят от ПУшки до КПП, блядь, перед Федоком. ФСБ сейчас уедет, чекнет этот пейнтбольное поле. Мы сейчас вернем. Разрешаю. Я в себя пока уйду. За старшего тогда не знаю. Ты дежурный, да? У вас и так машина больше нельзя. Ну мы тогда доковали и обратно. О, у тебя этот башкир, он старше позванивает еще. Юга только что уезжал, говорил, что это что башкир здесь главный. Ну они в ту сторону полетели, мы год туда круг паковали через медь и обратно сюда. Угу. Ну, больше на КВ. Дед, ты с нами едешь в патруль или нет? Дед на рации вообще, нет? Так, Сек, я молочка себе налью, ты не на рации, по-моему. 241.
Новак, по-моему, ДВшка. Держи мой ремонтный набор в этом, в ДВшке, я сейчас тебе принесу новую. Ну, эту, короче, блять. Одевай пока эту, короче, потом мне ремонтник отдашь. Я на тачке ДВ настроен. Хуй там спала, не ДВ. Я тоже лежу сейчас здесь. Парим набор верну. Спасибо.
2 есть. Нормально, нормально. Тут это, Никзу с тески дропнула. А сама, она сама взорвалась, мы приехали, запарковались, она взорвалась, блядь. Как, блядь? Никс за СТС-ки кикнула, блядь. Кстати, а кто дал кадету броник, блядь, полиции? Ну я же говорю, что у него броник сейчас полиции. Дед. Дед, чё? Кто тебе бронежилет дал? Кто бронежилет дал, блядь? Перепутали, наверное, когда в машине, блядь. Вон он, блядь, у Змей Горыныча мой. Значит, ты мой броник взял, а я твой, блядь. Вот такого и хуя. Знаю, но у меня почему-то видно. Оно, короче, блядь, у меня вот этот я сейчас перезайду, она пропадет. То есть, ну, она как бы будет, но ее видно не будет. Но, блядь, странно, короче, работает. Ее не видно, то ее видно, непонятно. Ковал, едьте, ищите Смита. Понял, принял, сейчас поедем. Ну, мы ездили только что. Mm-hmm.
Повали, нигде никого нету. Если он фармит, короче, все подряд. Потому что они же с экономикой там шарились. В первую очередь они должны фармить алмазы и табак, скорее всего. Но это не точно. Блин, у меня кадет умер. У него были все эти. Я понял. Не-не, в машине сидит. Но он там резнется, по-любому. Это бот сейчас в тачке сидит. Да, вернусь за ним. Вдруг он не зайдет. Он просто сидел и фукашил. А кто сейчас сигналил? Ты? Башкир, ты сигналил или кто? Да, я. Понял. А что случилось? Мы же Никзу ищем. Никзу этого, блядь. Смита, да. Мне, чтобы ездить туда-сюда. Вы ездите туда-сюда, ложитесь. Много еды. Много еды. Есть, пожалуйста. Все даже закрыты. В Ковале покупал или здесь? Он здесь вряд ли покупал. Башкир, ты где еду покупал? Еду у меня не... Я заказывал, мне привозили. Понял. Если грешник в сети, напиши ему, он тебе привезет. Да я понял, я знаю. Тут просто другой вопрос был. Забей. Что, надо покушать? Нет, не надо. А? У меня есть. Пожать. А у меня есть, Башкир. Я передумал? Мне не прикол, честно. Я знаю, что онлайн у меня. Шо, мы разве ресурсы какие-то контролируем? Нет. Им все на ПД, нихуя не делаем, хуйней страдаем. А? Где они там ездят? Они вообще их не... А, вижу. На какой соли? Они, блядь, поехали в аэропорт смотреть, что в аэропорту, блядь. Ну, так а посмотри, где они, на аэросалоне. Аэросалоне, блядь. Я понял, что ты имеешь в виду поле, но они же, блядь, не на соляной шахте.
Не. Ну тогда извини, ну все. Ну извини, ну пожалуйста. Так, товарищи, прекратить ругание. И я вас к стенке и ремнядам. Ну не надо. Ну не. Простите, товарищ старший сержант. Пожалуйста. И принял. От вас не слышу. Если. И спорить при моем присутствии, при старшем сержанте, прошу вас. И потерплю ругань в моем присутствии. Ну вы спорили, стояли тут. Ну так мы же не ругались, мы спорили. Товарищ спорить, старший сержант, да. Вы сейчас вот... Я вызвал медика, он тебя обследует. Так спорить и ругаться, это же разные вещи. Вы что, обалдели, что ли? Все, пошел. Машину буду плакать. Обиделся. Машину плакать. Извини. Когда приду завтра, дед иди нахуй будет тупо ржать. То есть на эту стриму буду угорать дико. Алло. Два ютубера, один. Где ты нахуй зовут, а другой зовут спокойной ночи. О, слава Украине. А знаешь, почему так зовут? Спокойной ночи сказать? Надо. Хорошо, потом покажу. Кого добавили? Я ничего не слышу. Почему ты не таксист? Ты же хотел быть таксистом. Сенатор Сеня. Сенатор Сеня, он же был сегодня, блядь, министром этом. Кого, блядь? Министром медицины, да. Министром медицины. Не, он сейчас за сиреневый слот, блядь. Прости. Говорю, прости. Так узнай. Башкир, это что, взятка? Я не понимаю, о чем вы говорите. А за что вы мне 7 гривен сейчас положили в карман? 7 тысяч 7. Ну так я же сказал, 7 гривен, за что вы мне положили в карман? Чтобы вы вызвали мне кого-нибудь сюда. Я вызову вам кого-нибудь сюда. Ну, надо покушать. Качу, я вызываю тебя. Что-то не приходит. Пикачу, дармовник. Не, я могу вызвать младшего сержанта Змея Горыныча, если хотите. Шо? Числав Пока вызвать. Кого? Кого? Почему здесь стулья не работают? Хочу сесть на стул. Почему я не могу сесть на стул? А? Ну и у дежурного нету кресла. Почему? Ну как интересно-то в интернете все. О. Что такое на стул?
Видите? Повышение зарплаты обещают нам, товарищи. И какая-то хорошая новость. Согласен. Ну вот смотрите, записано. Повышение зарплаты будет у нас. Шо? Да я тут не вижу. Я вижу тут по поводу антитеррористической операции, на которую потратили 65 миллионов долларов. Вот по поводу повышения нам зарплат я что-то здесь не вижу. Вон в левом нижнем цифре написано, вы что, видите? Ну так там вот написано, медиа релизит, антитеррористическая операция, затраченные деньги, 65 миллионов долларов, GTS, блядь, fraud in a gold building. Да, в золоте добавлено, короче, 65 миллионов долларов. Какое тут повышение зарплаты? Я тут такого не вижу. Вон, АФП, блядь, нашли собаку, которая напала на офицера. Видели там Ансарио Диего? Ребята, у нас Диего нажрался, в общем, мы не знаем, он где-то в фонтане уснул, короче, все вещи у него украли. Я хз, что делать. Диего нажрался. Он пишет в левом углу, типа, Ансарио Диего вел себя пьяно в общественном месте. Дважды написал. Набухался, блядь. Жан ФСБ, набухался. Ёб твою мать. Представляешь, что такое? Слишком много ФСБшников. Вот что хочу сказать. Наши на вертолете. Там смотр где-то летает. Над Федоком летает сейчас. Да, досмотр. Все, осмотр готов. Красиво. Разбился, что с ним еще могло произойти? Да. Ты не слышишь, змей? Ты понимаешь, да, змей, что если он возьмет ГАСТу? Ну, в общем, ты понял. Меня пока вы слышите, прием? Да. Куда смекнул говорить? Как ты ей пользуешься? Нет, делай ты. Ты можешь еще купить малок? Кого? Молоко купи мне тоже, пожалуйста. Сколько она стоит? Сколько денег дать? 5000. Чё? 5000. Тысячу? 5000, блядь, 5, как пальцем на руке. 5 гривен? 1000 гривен. Наук. Мысли. Вы тоже с оружием. И все. Только наличкой, наличкой.
Все, отправил. Да. Подойдите, заберите свою ДВ. Куда заходить будет? На около... Да я понял, мне на денег купить, магазин купить, магазин. А вы где, младший сержант? Куда вы спрятались? Машинам шастаете? А ну да, у меня же бот пропал, понял? Мне же ж бот сидел, он когда типа пропал, а машина завелась, понял? И всего. Что, змей? Проверим, проверим. Найдем, если его на карте проверим. Где продавец алмазов? Я на дроне там 2 км мне встречу. Приняли, проверим. Я сейчас дрон туда подведу, посмотрю, можете не ехать. Че, говоришь, не надо ехать? Я дрон туда сейчас веду. Нас телепортнули, нас телепортнули, алло. Да. Ребята, у меня просто какие-то глюки. Это все слышали?
Ну туда, наверное. Мы же по-любому с Митой, нам надо будет ПДшников туда. Ты думаешь, нет? Юга, нам есть смысл туда ехать или нет, план? Там Смит есть, чтобы нам его передали? Я знаю, мы знаем уже. Может, там Смит остался? Да. Да-да-да, везем преступника. Разумеется, слышишь меня? Тебе сейчас это, если хочешь пройти экзамен, надо будет зайти в канал TeamSpeak, короче, когда ночь пройти экзамен.
преступника зовут. Я понял. Это твой. Нахер вы это делаете? Ну, ребята, нахера вы это делаете, пацаны? Ну... Сука, я переключился вовремя. Как вы так, сука? Блин, там это же лежало. Арнард. А, нет, там вроде ничего не лежало. Пишите машину. Блядь, кто это сделал? Я знаю, знаю. Я уже перевязался. Хуя вы такое делаете? Блин, сколько раз, пацаны, говорили, открывает и закрывает только водитель. Только водитель. А, на полу, слышите, змей? Ты мертвый. Можешь Вита скалета вызвать? Да, бинтуйся быстрее. Просто гражданин задержанный. Да-да-да, задержанный говорит, что этот человек может дать показания за его защиту. Медики и медики тоже, пожалуйста. Я вводил сегодня в провалах памяти. Столько бабла отдал за этот тачку. У него даже ещё эта сирена работает, пацаны, мигалочки. Дайте тишину, пожалуйста. Похерни. Разрешаю, давай. Ну, где он находится? Подошел, случайно вступил на карман. А мне нету этого, я же не уезжаю с КПП. Спасибо, ребят. Спасибо. Одним словом, спасибо, товарищи ПДшники. Блять, вот расстрелять бы вас сейчас, вот серьезно, собрать вас с тени и просто всех расстрелять, пацаны. Что случилось? Я не знаю, сейчас разберемся. Подождите, у нас тут человек подозреваемый, достаточно серьезный. Сейчас мы разберемся. И потом уже будете писать заявление. Пошлите со мной. Пошлите с нами, пойдем. Вы же понимаете, что если данный гражданин не придет, да, сейчас, то... Полиция тебя ждет на пару минут. Давай. Пишите ему заявление, пожалуйста, этому товарищу. Он товарищ генерал, можете подойти, пожалуйста, в допросную комнату? Да, сейчас. Да, сейчас. Я в очень сильном алкогольском опьянении уснул. И у и меня украли вещи. Быть. Хотел бы, чтобы вы нашли мои вещи. Ну, хотел, ну, заявление я хочу оставить. Там очень ценные вещи просто были. Вот этот, как называется, пояс ваш. Сейчас. Да. Ага.
Понял, так, сейчас. Так, я Сарю Диего заявляю, что... Понял, сейчас. Понял, сейчас. На генерала... Генерал-полковника, понял. На юго, да? Сейчас. Так, сейчас. А я вот конкретно все содержимое не помню. А, все, что я понял сейчас. Так, были что-нибудь. Что? Да, я уснул. Я очень много, я где-то, наверное, битнул. А вы были там? Нет, 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 не было, не было, не было. Ну... Сейчас, все. Ну, единственное, что я выпил около 40 бутылок пива. Да, просто мы с друзьями ездили, я не был за рулем. Вот, мы с друзьями ездили, я решил чуть выпить. И увлекся. Ну, злоупотребил алкоголем. В итоге я уснул в машине, появляюсь. Да, 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 да. Кстати, вот возьмите, подпишите и дайте мне этот бланк, то, что у меня приняли заявление. Вот это. Да, да, да. Кстати, вот он. Это заявление вот тут. Молодец, Жан Григорьевич. Надо человек узнать, он готов сдать медэкспертизу на алкотестер? Да, конечно. Выйдите, я уже проспал. Я уже выспал. Я, может, после похмелья осталось там что-то, но я поспал хорошо в машине. Проверьте меня на алкотестере. Товарищ вызовет младший сержант, если не туда, конечно. Отходников все равно что-то остается, но не, ну, думаю, не намного лучше. Я выспался. Я похмелье не сделает. Очистит вас. Мне бы это... Хорошо. Что-то много у меня? Хорошо. А, ладно, я вот другой прибор еще думаю. Да. Я хорошо. Не ваш прибор дуть, да? Могу сказать, я там был, я там не был просто, допустим, если где-то там в городе София, там ни разу вообще не появлялся, и когда ваша камера там фиксирует, значит, у вас неполадки, а значит, в будущем вы можете также невиновных граждан также говорить, машина, что они виновны, хотя они невиновны, и вы посадите человека невиновного на очень долгий срок. То есть это уже будет проблема в вашей внутренней сети. Добрый вечер. Да, да, конечно. Нет, можете проверить, могу вам ключи дать.
Сергас. Надеюсь, тихо у вас на дороге. Окей. Спасибо. Я написал товарищу медику, он должен сейчас жду ответа, прибудет ли он к нам. Проверить человека на алкогольной крови пробу. Ой, сержант. Но... Да. Это действительно смешно, на самом деле. Это вот ваша ложь. Да, пускай этот сам. Выдайте ему сумму украденных вещей, я потом разберусь с этим делом. Это написано в деле. Вам компенсирую потом. Давайте, в общем, так, насчет ограбления разберемся. Вы вызываете сейчас человека, которого я ограбил. Да. Змей, ты вызвал Виту или нет? Вы же понимаете, да, что за клевету последуют следующие последствия? Он не отвечает, да, правильно понял? Понял, сейчас, подожди. Говорит сержант. Буря, когда будет? Не подскажете? Буря, когда будет? Не подскажете? А как мне писать в общий чат, чтобы он увидел? Благодарю. Спасибо. А что лучше взять? Ремонтный набой? Или ремонтный набой? Младший сержант, чтобы он приехал. И, собственно, он не приезжает. А вы можете... Да, там много чего было. Патроны, оружие. Я не знаю. Ну, где-то 1020, наверное. Просто я почему это сказал, чтобы не сказали то, что вот у меня этот самый, как его. Ну, я же заказываю пулю и так далее, должен отвечать, я же Федеральной службе безопасности, вот просто у меня же, ну... Понял. Спасибо. Этот самый, ну, какой ремкомплект лучше взять? Вот, ремонтный набор или ремка? Вот. Там два вида просто есть, я вот поэтому. Вы же как бы путаетесь. То вы говорите, что случайно, до этого вы рассказывали, как, что как вы... Как случайно, значит, в кавычке.
тебя, я говорю, случайно, кавычка. Да. Чего? Да, да, товарищ капитан, сходите, дайте ему устный экзамен, потом придете ко мне, скажете результат, он вам поставит балл. Скажите, что поставил вам балл от 1 до 10. Да, каждый балл это звание. Скажите ему. Да, 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 конечно, может его потом балл и 2 бакса и добавил их. Не, ну... Сдал. Это. Я? Чего? Статье, что ли? А? Я еще раз. Обвинению в статье, что вы имеете? Да, 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 да. Вы мне просто свои только что сказали обвинение ваше. Разрешаю. Да, сейчас я закончу с задержанным и пройдем, оформим документы на повышение. Так, гражданин. Так, гражданин Смит, помолчите. Диего, проконтролируй. Я с Диего поеду. Диего, ты сам понимаешь, да, что это может быть? Конечно. Давайте еще кого-нибудь возьмем с собой. Давайте я поеду с вами, если вы не против.
место еще такое стрёмное, да? А, то есть... Ладно, то есть то, что я кого-то там ограбил, я не имею смысла. Да. То есть я могу сначала ограбить там на 100 лямов, захоронить их, потом... Чё, берите машину. У меня нету доступа. Так, Диего, поехали, я достаю машину. ФСБ отдельно поедет. Я купил джип. Витя, скорее ты для подачи показаний. Ребят, вы сейчас ну, смеетесь, смеялись, что? А на КПП подъезжает машина, встречать со стороны от тира, со стороны аэропорта. ПДшники выехали нам на помощь, если что. Готова машина с ПД? ПД, вы готовы конфисковывать машину? Да, конечно. Ну так выезжай же, патруль где? Я не вижу патруля. Ну подойдите к машине. Вот мои документы. Позитив только один. Музыки. Позитив музыки. Меня слышно? Угу. Угу. Спасибо. Машины не наблюдаю. Сержант Змей. А, точные координаты? Ну, вы ему замечание сделаете по поводу этого? Ну, конечно, ложный это, ложный вызов. Дача ложных показаний. Не, ложный вызов. Да, я уже ее отремонтировал, вот, слава богу. Почему ложный вызов? Нет, у меня правда машина была сломанная. Но я вот отремонтировался и приехал к вам. Ну вот я сообщаю уже вам. Вы интересуетесь, я вам говорю. Я же не скрыл это, правильно? А, ну ладно, хорошо. Угу. Хорошо. Он уехал.
это, штраф написали. Ну, ложный вызов, как за что? Вызывать нас, как девочек. Ты что же мой друг приехал? Чё он жив стоит? Это вы? Это наши. На карту смотри, дядя, если что, на будущее. А, на сайте, Диего, прибудьте до места экспертизы. Сейчас, подождите, я сейчас прибуду. Надо друга с армией встретить, я прибуду. Ну, я так и так, у меня есть лицензия на оружие. Нет. Почему я охотник? Я не говорю, что я охотник. Я... Да. Я человек дальновидный. У меня все спланировано, то есть я, допустим, я не покупаю себе там крутую машину, зная то, что через некоторое время она мне не понадобится. Мне придется ее продать. Я покупаю себе то, что мне нужно будет понадобиться. Почему? У меня, допустим, есть сейчас машина, она УАЗик, грузовая, могу предоставить, показать. Вы можете ее обыскать, посмотреть. Там нет ничего такого. Давайте посмотрим. Ну, вы в курсе, протектор какой? От какой машины? От какой машины? Вы можете мне сказать? От какого? От этого... козла, короче, да? Скажем так. Диего, прием, ты тут? Скажи, пускай осмотр заберут. Смотру. А
Нет, ничего нету. Машина приехала, такси. Какой таксистка машина офигенно дает. Товарищ. На КПП есть? Да. Проводите. Водитель в аномалии, я понял. Мы ожидаем. Появится водитель, заводите его за допросное окно. Пускай подтвердит личность задержанного. А здесь вот это как приняли? Ины. Прием, СТД, может эту метку поставить? Если может, если нет, то у нас, ну, мы поставим. Просто я за рулем, я не могу. Спасибо. Там же что ли? Мы кто на вертушке? Товарищ медик. Вот он стоит прямо перед нами, дециметр, кляк.
Новак. Сержант Новак, привет. Младший сержант Стаффорд. Младший сержант. Здравствуйте, старший сержант, здравствуйте. Товарищ генерал, расскажите, вот мы с данным гражданином хотим протестировать его машину. Все хорошо. Чтобы быстрее доедет. Можно нам это сделать? Все хорошо. Все тихо, да. Спокойно. Да вот прибыл. Да, только не по одному, я еще раз таксист. Ну, давай по датчик. Где заказание? Где родители? Эти машины, короче. Клим, иди сюда. Ну что, он нарушил что-то? Или свидетелем числится? У свидетеля что, это третья нога вышла или четвертая рука, блин? Скажите, скажите свидетелю, или сейчас товарищ Смит уедет в тюрьму на гораздо больший срок, или все-таки ему помогут меньше сидеть? Давай, давай, давай. Как могу, бегу. Хорошо. Вам не все в порядке? Нужна медицинская помощь, товарищ? Башки, а или за мной? Допустим, как он будет лгать, если, допустим, я вам историю сказал, он вам еще одну историю скажет. И да, допустим, ладно, он расскажет какую-то другую историю, которая не сходится с моей историей, да. Я согласен, но такого не вот будет, поэтому, я уверен. Поэтому он, наверное, не хочет давать показания. Нет, я, уверен, если бы, допустим, я бы тогда не стал приглашать его сюда, не говорил бы вам, что у меня есть свидетели и все такое. Зачем мне человека подставлять? Я выйду, мне что жить? На этом месте. Да, имеете... какой-то человека, который может мне будет отомстить, если он случайно по моей вине посадит его в тюрьму. Зачем мне такое? Объект что-то говорят. Может быть, не спорю. Слово. Два часа назад стоял здесь особо опасный преступник. Да. Он всех кошек в квартале резал. И хозяевам... Так, вроде бы объезд КПП, ПД, собирайте патруль, объезд КПП. Тук-тук. А, хотя нет, нет, нет. Режело генерал-полковник. Все, ладно, он уехал налево, он... А, товарищ объезд, генерал, разрешите отправиться со своей группой патруль по федеральной трассе. Да-да-да, объезд. За нами, прям на нас, объезд. Все, понял, принял. Машина прибыла к... Давайте, 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 ребят. Я, конечно, понимаю, да. Мама... Потом находится, где они взрывают машину, подрезают, люди раздеваются, нас нет. Она а потом они тут стоят, клянется, с кем-то никому. Просто вдвоем прыгнули в патрульку, выехали сразу. Чё там, чё, да, чего там делать? К федеральной базе, если у человека есть федеральный розыск. Я вот серьёзно, чтоб ещё раз я поднял, вот достал эту машину. Да ладно, если мы на горло не наступали, ничего такого не было. Товарищ генерал-полковник, вы его заставили. По поводу экспертизы. Сидеть. По поводу экспертизы, товарищ генерал-полковник. Да. Экспертиза слушаю. Подтвердила, что две жертвы были убиты с данного оружия. Чего? Так вроде бы сам одна жертва. Вы путаете сами, товарищ. Еще одна жертва. Последняя жертва была расчленена, возможно, вы ее зарубили. Так, это самое. Так отдел убийств сказал, что это второе оружие участвует совсем в других преступлениях. Да. Отпечатков моих там нет. Там отпечатков нет, их нет.
Только что эксперт сказал, что оружие было, Гарри, было применено в двух убийствах. Но я не спрашиваю. Да вон, вон, ждет тебя стоит, пока ты до него доедешь и арестуешь. Это... Вон, ждет, не видишь его, что ли? Какой уехал? Нет, ты чё? Он ждет тебя стоит. Чё, руки вытянул, говорит, на, дядя, арестовывай. Я младшего сержанта ждал. Ну, у тебя не было другого ПД? А, змей отошел, вот, младший сержант. Ну, генерал. Желаю, граждане, товарищи, коллеги. У вас там точно что-то попивает, да? Я понял. Слушай, если бы они были плохие, а значит, он имеет в виду другие два убийства, которые вот это вот старые данные, я правильно понял, да? Мне все-таки интересен один вопрос. Зачем вы гадили все-таки людям на грудь? Да не гадили я людям на грудь, это клевета. Куда вы едете, младший лейтенант Ставки? Давайте я вам сейчас в туалет схожу, похожу. Как вы думаете, что знаете, что это мой кап? Ребята, все на шепот перешли. Не буду. Откуда вы знаете, что это мой кап? Не могу понять, где это? Меня вытащит кто-то. В Кали ДНК не высирается, если что. А там была ваша кровь на Кали. Да нет у меня крови на Кали. Вы что, хотите что сказать, там проблемы какие-то медицинские? Нет, кстати, мне... в Кали все-таки вообще-то ДНК присутствует, если что, я заканчиваю. В Кали ДНК? ДНК высирает свой человек. Жировые. Ну давайте еще так, товарищ полицейский, 99.9% ДНК в кале это бактерия и пища, и лишь 0.01% это человеческая ДНК, 0.01%. Вы понимаете, что это значит? Да, слушаю. Здоровья желаю. Ну вот это, у вас то же самое может быть. На вопросик вашим, вас можно на вопросик? Слушаю. Пойдемте сюда. ФСБ, достаньте два джипа федеральных, будем вести сопровождать тюрьму задержанного. Сенатор, здорово. Привет. Ну пока работы нету. Мне там сообщение прошло. Можно я телефон достану, мне там сообщение пришло. 5 секунд ровно. Вы потом мне сразу наручники одеваете, я прочитаю быстренько. Говори, можешь. А, во, я слушаю голос своего человека. Я могу дать показания. Заковываете меня, брат. Уже наладили связки. Развинитесь. Сейчас я выйду. Есть желание? Сержант, это не я. Товарищ генерал. Здравствуйте, гражданин. Здравствуйте. Вот мой жетончик. Генерал полиции. Если там его. Так, такси Витас Калета. Да. Угу. Какие у вас есть свидетельства против этого гражданина? Против? Ну да. Ну, я даже не знаю, кто это. Чего? Ну, я как бы вижу человека, но я же не знаю. Первый раз да видите человека. Нет, может быть и не первый. У меня просто со зрением проблемы. Немного слышно. А зачем вы говорите очень громко? Я вас сейчас только арестую только за то, что вы кричите, чтобы человек за стеклом слышал, что вы говорите. Так у вас, товарищ полковник, тоже слышно. Может, вас тоже арестуем? Сейчас особо опасно. Ну, я как бы его слышал. У вас видно тонкое стекло здесь. Наверное, все-таки гребаные гастробайтеры, блин. Товарищ генерал, поставили. Послушайте, я надеюсь, меня хотя бы этот гражданин не видит. Да, можно вас на пару секунд? Да, конечно. Ожидайте. Сейчас. Я надеюсь, гражданин этот преступник меня не видит. Не сможет потом расправу устроить. Не-не-не, он вас не видит, не волнуйтесь. А в чем его обвинять? А подождите, я его, кажется, знал. По-моему, он украл у меня деньги, ударил меня по голове
По-моему, украл он у меня деньги. Ну, я не знаю, что было. Ну, ничего не добавил. По-моему, или украл он у вас все-таки? Я просто не помню точно, потому что у меня амнезия была после этого. Я в больнице лежал. Вот в данный момент, вот когда вы меня вызвали, я как раз выписывался в больнице. Угу. Вот. Получается, я лежал долгое время в коме. Я понял. И много он вас, как вы говорите, украл? Вот честно, не помню. Я помню удар. Я помню, что он меня пригласил на охоту. Да. Мы поехали с ним на охоту, а дальше он стоял сзади меня. Я почувствовал, как каким-то тяжелым предметом мне сзади по затылку ударили, и угу. Дальше. Не, ну в больницу все равно везти надо. Да, конечно, сейчас данный гражданин поедет в тюрьму-то, так как одна из жертв также была найдена в районе охотничьих угодий. И также проходит... Убийство, маньяк, что ли? Да, это серийный маньяк, 4 убийства было. Давайте пройдем, так как сейчас будет его сопровождение в тюрьму, чтобы вы не мешали работе полиции. Хорошо, хорошо. Младший сержант, вы увидите, пожалуйста, свидетеля. Конечно, там много. Хватает. И халаты есть. Нет, пока нету. Понял. Машина, да, техника только в аренду. Да, конечно. Это уже, да, это уже понятно давно, что техника всегда была в аренде. Должна быть. Я пойду сяду в машину. Сень. Да можно на 3 минутки? О, Вита. Да. Пс. Товарищ Саша. Чё мне не отвечал, а, такси? Я тебе написал координаты, ты за мной даже не приехал. Ох ты такой таксист. Там же вот планшет открываешь, и есть вызвать такси. Да. Нет. Вита, ты тут? Еще свидетель будет. Еще один свидетель, который проходил по делу, видел... У полицейского как... состава нету. У меня рядового состава. Ну, у меня нету. Угу. У меня там только ограждение. Планшет. Всех слышишь? А. Да, все хорошо, небольшой ДТП. Не. Ребята, кто сиреной балл? Он говорит, как такси? Ну как, вот возит потихоньку, сегодня свозил одного с аэропорта, блин, в Ковалу. Нет. Вот кто это делал? Тариф. Та... Счетчик видит пассажир. Машинки у вас какие-то? Если она появится, я буду ее только вызывать. Только ларбаржи. По тарифу.
Здравствуйте. Что с паспортом? Вот мои документы. Ну, особый преступник, вы же знаете, кто он, правильно? Или нет? Транспорт. Транспорт можете досмотреть. Только золото не надо соскабливать. Гражданин. С кузова. Так, гражданин, здравствуйте. Вот мое удостоверение. Здравствуйте, сержант Змей. Тут этот, вот эта машина проходит по ориентировке. По которая объезжала КПП. Да. Попросил этого... И что, что объезжала она КПП? КПППП. КПППП? Нельзя объезжать, гражданин. КПППП. Да ладно. Да ладно, а чего это я, блядь, должен... У нас свободная страна. Я хочу, я поехал в горы. Я поехал вправо. Хочу налево, хочу прямо. Почему я должен заезжать на ваше дурацкое КПП? А? За объезд будет открыт огонь на поражение. Вдруг вы везете бомбу в своей машине к ковалу. Вот, откройте огонь на поражение. А предъявлять мне, куда мне ехать, не надо. Я сам разберусь, куда мне ехать, хорошо? Гражданин, вы понимаете, что вы только что объехали режимный объект, и мы можем вас приравнивать как террориста? Вы это понимаете? А на каком основании мне приравниваете? А на каком основании, что мы не знаем, может, мы сейчас бомбу провезли в ковалу, заложили и вернулись обратно. На каком основании, гражданин? На каком основании вы объезжали КПП? Вы объясните мне, какая нафиг бомба может быть здесь вообще? Террорист? Да, возможно, понимаете, гражданин, возможно. Откуда мы знаем? На тот момент вы объехали, мы не смогли. Знаете, я вам что хочу сказать, уважаемые полисмейстеры, так сказать, я свободный человек, и эта страна свободная, понимаете? Ваши догадки, ваши додумки вы можете поставить туда человека. Гражданин, патрулировать... извините,
100 километров максимальная скорость. Ну ладно. Гражданин сейчас в медитационном состоянии, если что, он ничего не говорит, нет. И так далее. Ну, он так мне сказал. Да, я видел. Музыку врубает, короче. Давайте прибавим, прибавим до 150. Одна должна быть. Лютом. Да, здорово. Короче, Никита пишет, говорит, так ты ж типа в полиции, короче, это, едь на КПП, блядь. А ничего, что у меня 50 тысяч в кармане, блядь? Ни одной машины, нихуя. Нет, ну, у меня такое чувство, как будто новый персонаж полностью. Нет, я первый раз зашел. Ну да, у меня там 17 лямов, по-моему. Или... А, нет, 20, 21 я продал тачку. Тут тоже... А, не автоматом, да, заправляет? Чё за радар?
Ну там нет самолетов, там только вертолет. Покажите мне, пожалуйста, удостоверение ваше. Ваш паспорт. А, сейчас минуточку. Вот мой паспорт. Ну, меня в полицию приняли. Да, я желаю прийти. В смысле? А, здравия желаю. Да-да. Да-да, так точно. Понял. Ну вы же информацию передали мне по рации, я его здесь остановил, собственно, задержал. Три раза я проверил по базе, там да, было три нарушения за превышение скорости. Подожди, а то что он факт тыкал в камеру на скорости? К сожалению, фотографии у нас вот не сохраняются сейчас, у нас вот, вот сервера налаживают у нас в комнате. Система не пьет, так скажем. Ладно, где нас поздравить, да? Если бас будет. Пойдем. Ну, если что, спрошу. Разрешите доложить, товарищ младший лейтенант. Вот в том районе, куда сейчас смотрю, где он тут забор, там есть домик, там за нами наблюдали. Где он тут забор? Так точно, да. Скорее всего, сообщение пришло в полицейский канал, что в Ковале, возможно, будет готовиться теракт. Так, ну, конечно, это не случайно. Конечно, нам нужно отправить как минимум отряд патрулировать Ковалы. Я думаю, что сейчас и сделаем. Вот этот уже не первый раз пишет. Уже, наверное, раз третий. Так, ну ладно, к нему мы тоже съездим. Значит, смотрите, кто у нас сейчас. На ДВ, подошники. А, значит, Змей Горыныч, да. Потом кадет у нас здесь. Клим и... Но вот непонятно, тут он или нет. А, вон Борни. Борни у нас. На ДВ? Значит, короче.
Короче, забейте Монтане, скажите отказ из-за загруженности полиции. Пошел нахер, мы че ему, блин, медики или инженеры какие, чтобы на каждый вызов приезжать. На... Нужно нам досматривать, значит, документы у всех людей, ищем конкретного человека, террориста. Кадет Панч. Да. А вы чего не приоделись? Я жду повышения. Не хочу эту форму одевать. Ну как же так, любая форма не позорна. Оно бывает, такое бывает. А, сержант Клем, а, пожалуйста. В смысле? А, ну это да, да, я понимаю, по-моему, от вас было сообщение, да, в полиции. А, про Ковалу? То, что она взлетит на воздух? Так точно. Да это я просто в ярости на себе был. Просто не знал, что вы кадет у нас, поэтому вот. Да, я еще не был кадетом. Значит, смотрите, у нас тут поступило сообщение, да, от Вита Скалета, что ему угрожают. Сейчас я уже написал ему, чтобы он сообщил свое местоположение. Может, просто сержант будет, чтобы он приехал к нему для офиса. Одного сержанта ФСБ, так сказать, забрали его и привезли сюда. Центр Ковалы, рынок. Сержант Змей Горыныч, старшина Борни, сержант Клим, возьмите, пожалуйста, автомобиль, проследуйте за этим гражданином. Естественно, могу. Да, я за руль сяду, я ж влетал. Что-то мешает. Что вы поедете? В таком случае. Может быть, специально так говорят. Заблуждение вводят.
Я, если что, по инструкции в машине сижу. Так, да, летим сейчас в тюрьму. Так, где они, кстати? Они... Да, в тюрьме. Здравствуйте. А вы кто? А. Ну, я как бы... Я Виктор Калет. Я поеду только с доктором. В качестве свидетеля. Ну, я понимаю, я же говорю, я поеду только с доктором. Можно доктор с нами поедет? Доктор, как вы, доктор? Это в качестве моей безопасности. У вас утечка. У меня своя техника. Так конфискуйте технику. Поехали. И она, блин, да. Не конфискуется. Блин, я не могу понять, как это я сделал. Витя, смотри, что у меня сейчас паспорт такой показывает. Ага. Уже нет у меня, да? Это точно его назначил. То есть как-то что он значит? Но. Да. Угу. Ага. Так еще так хлопать, блин. До 1000. Поехали, похлопаю, блин, в машине. Ну вот, взяли, сперли еще мой вертолет, ну. Да нормально. Вот в эту, да? Места для всех же нету. Че? Блин, я с ними говорил, помогал им это найти, где продаться еда. Просто так беседую. Блин, что-то неохота гоняться сейчас за 4 людей, что один в тюрьму эскортировается, а 3 фиг знает где. Один едет как гангстер на золотой машине, обижает КПП. Блин, я посижу в ковале, побеседую с кем-то. Ну да. Завтра я... Будет онлайн? Ну, как будто зайду без проблем, поиграю там, полицейским. Ну хорошо, нет проблем. Да, понял. Угу. Можно ивент, кстати, сделать ивентик какой-то. Ну да. Я тоже буду стримить там, фиг знает, может быть кто-то придет. Понял. Я уже два раза это услышал, не бойся, я уже понял. Сейчас Монтана не убежит от бана. Сейчас ПКД будет баниться. Ну, не ПКД, блин. Да. Когда будет что-то, короче. За нами кто-то из них приедет?
готов закрывать. Нельзя ему так разрешать проезжать. Я еду, звоню. А чё ни одного ПДшника нету, чтобы парковало? За нами самое главное, кто-то приедет. Да. Ну я не ФСБ, как будто. Блин, да. Я должен. Да. Блин, я же тебе сказал. Смысла нету сейчас быть в форме, блин. Четыре человека, я стою в рынке ковали. Зеленая зона, без оружия, без ничего. Кто мне что? Кто мне что сделает? Какой-то бандюга, блин, приедет, меня застрелит, блин. Ну, получит бан, что я могу тебе сказать. Садись давай. Что там тебя за бандюги хотят убить? Не. В машине трое, а ПД, ща посчитаю, так, трое, четверо выходит, башкир тоже с нами выходит, да? Ну, если башкир с нами, так пятеро. Так, все остальные, ну, ФСБ. Поехали, отвезу это. Все. Счастливо. Так, только машина. Сейчас не либо. Короче, я дотыркался до 1000. Так, на это. Вон, Борн, змей. Пойдемте назад, дайте поговорить. Ну, подальше куда-нибудь. Ну так я, блин, уже не знаю, я обратно начал только. Думаю, может в минус, если начну, блин, то. Да-да-да. У нас, короче, в ПД есть стукачок. Просто видите ли. Сейчас. Товарищ сержант, а не могли бы вы проследовать на ПД у нас здесь с товарищами полицейскими разговор? Тысячи только. Спасибо.
если этот уровень поднимал. В общем, есть у меня пара предположений о том, кто это. Допустим, вот меня очень смущает человек-кадет, наш новенький кадет. То есть он сперва отправлял нам письма в полицейский чат о том, что устроить теракт в Ковале, и вот он уже кадет. Меня как бы это смущает. Я не знаю, как товарищ генерал его принял. Да, так точно. Ну, хорошо. Ну, то есть в данном случае, собственно, какая информация утекла? Вита Скалета нам сообщила о том, что ему угрожает товарищ Смит. Ну, собственно, Смиту об этом кто-то доложил. Слышно? Да. Сказал, что кто-то слил опасному преступнику информацию с полицейского участка. Да, я полностью с вами согласен. Ну, я думаю, они скоро прибудут, они вроде как уже выдвинулись, насколько я вижу. Не, ну они отъехали буквально метров 50. Да уже какое-никакое продвижение. Меня смущает, что младший сержант Смотр ездит один все время. Меня смущает то, что он в трусах ездит. Это да. Да. Без одежды. У меня он тоже без одежды. Странно вообще. Ну, вообще, да, и находится он там в Ковале, хотя сотрудник ФСБ не имеет права находиться в Ковале. Он уже не сотрудник ФСБ? Все, понял. Ладно, я насколько... Ну, видимо, было за что. Но я думаю, информацию по утечке информации мы еще уточним. Ну и сами там как бы присматривайтесь. Ну это само собой. Вот. Ну ладно, пойдемте дальше делами заниматься. А, да нет. Все здорово. Что за стрельба? Могу вам сейчас сказать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ПДшников у нас сейчас. Это у вас есть? А, нет, всего больше. Вы стрельбу слышали? Нет. Я слышал стрельбу, я тоже не знаю, что. Так, я сниму беруши. Но там, надо бы узнать. А может запустить дрон? Черная, по-моему, Ауди. И вот там сейчас был выстрел одиночный. Старший сержант. Вот, вы не могли бы вы прочесать тут местность, как бы на наличие личности и пока не высовывайтесь за забор. А вон вижу автомобиль. Очень странный автомобиль. Оттуда вылез какой-то человек, возможно, вооруженный. Достали оружие из-за спины.
видел, черный БМВ. Еще два черных автомобиля. Давай поедем, короче. Трогай. Так, ну там вроде остановили. Как тут идеальное место? Поля. Здравствуйте, граждане, а чё вы там этот шум наводим? На кроликов охотимся. А можно ничего? Маша Леденов, Стархард, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Могу ли я вас проверить наличие лицензии на оружие? Да, конечно. Смотри, имеется оружие. Я надеюсь, у вас только разрешенное оружие есть, да? Да, конечно. Понятно, понятно. А на кроликов с какой целью охотитесь? Еды добыть себе. Денег нету. Денег нету, да. Ну что ж вы. Вот, возьмите, покушайте. Ой, спасибо вам большое. Ай, ничего. Не за что, как говорится. Главное, давайте договоримся так, что впредь в зоне полицейского участка в радиусе 500 метров вокруг, пожалуйста, не стреляйте, иначе это будет расценено как акт терроризма. Хорошо. Да, благодарю. Спасибо, вас. Спасибо, что предупредили. Да, конечно. Всего доброго, счастливого пути. И вам удачи. Хорошо. А, поздравляю, надо поздравляю. Так, подожди, ты разве не младшим сержантом был? А, еще не повысили просто, да? Дистанция ждешь, короче. Ну, понял, понял. О, вот они уже едут обратно, я думаю, как раз. Как раз думает. Ну, повысит тебя. Кадет Панич, что вы в трусах стоите? Я загораю. Пойдет, пойдет, спасибо. Что ты говоришь? Вот тот же человек, которого мы остановили, да, тот же он стрелял со стороны стадиона. Ну, как вы слышали. Так ты это скинь просто форму свою, а я тебе это.
мы сделали ему предупреждение. И в следующий раз он будет удерживаться. А это вот кто у нас? Младший сержант. Это он, да. Кажется. О, ну вот сейчас мы ему выговор сделаем. Младший сержант. О, младший сержант, остановитесь. Можно ему под затыльник выпить? Да, да, конечно. Что-то он не в духе. Ну, сейчас мы ему духа быстренько добавим. Разряд тайзера, никого еще так не бодрил. Да, да, разрешаю. Да, конечно. Не трогай даже. Да пусть генерал-полковник. Ему в ногу стрельнуть. Ну, хорошо. Ну, все хорошо. Хорошо. Что с ним? Что, на базу, да? Так, стоп, это вот он действительно так говорит? Могу его прямо сейчас в КПЗ посадить. Давайте уже дождемся старших. Так говорите, как будто здесь старших нет. Да не, я имею в виду, что, ну, генерала... Да я понял. Да вот они уже подъезжают. Пойдемте. Товарищ генерал, на пару слов вас надо. Да, сейчас. Здравия желаю, младший лейтенант. Да. Здравия желаю, сержант Новак. Давайте пройдемся немножко. А чё, у него своя игра или? Ну, да, типа того. Не, ну сейчас ночь уже, как бы, о чём разговор. Да я не знаю, что он в Ковалу ездит, что ему там надо. Что-то у меня как раз вот и есть подозрение насчет того, что говорил младший лейтенант.
Просто сегодня сообщение тоже пришло, что у нас утечка информации. Совпадение? Не думаю. Главу генерала будем или нет? Главное, младший будем? Лейтенант уже докладывает. Понял. Я откуда интересно это инфа у него? У нас построение? Надо построиться, я не надо построиться, я даже расскажу, только приколом. Машина, по-моему, мешает немножко. Че, походу еще на тележку поедем? Не пирать, я там кенгурят не понял. Возьми, а что это у тебя за спичка стрел? Спичка так. Ребят, завтра в 7 часов по Москве построение всего ОПД, всех, кого только можем. Мы звоним, говорим, передаем. 7 часов, 8 часов будет заведена новая партия людей на остров. В количестве от 10, может, до 40 человек, потому что будут... Давайте я от РП отойду. На завтра придут стримеры. Иди на норму, генерал-полковник, пожалуйста. Да, и как бы... Чего? Норма, поставь голос. Скажу не по РП. Завтра стримеры, будет трое стримеров. Говорят, классные. Там дед есть, там еще два чувака, короче. Говорят, да, русские мишки. Короче, там сразу, он сказал, что на них придет сразу минимум 6. А если все подтянутся, будет дофига народа, ребят. Давайте всем сделаем построение. Все разъясним, поставим все точки над ее, как говорится. И уже начнем более, как говорится, уже двигаться в ту сторону, за которую запланировали. Сейчас Паныч и Змей пройдет, когда я вызову ко мне, я приму вас сам на экзамен. Что касательно шлема, я вижу, добавили, да? Нет, шлем не добавили. Это шлем то, что еще Хилокс, помнишь, заходил в шлем? Угу. Треснулся. Что нет? А где Хилокс сам? Поехал. Это интересный вопрос. Ну вызови его. Хилокс тут. Хилокс. Угу, сейчас вызову. Товарищ генерал, вы видели, кстати, сообщение, что у вас возможен побег с тюрьмы? Да, сейчас все остальные. Сейчас остаются со мной Паныч и Змей, я принимаю их экзамен, а вы едете или летите на тюрьму, делаете засаду. Я пойду достану вертолет. Угу. Все, гоу. Я вас не держу, может быть свободно. Так, пойдемте, дорогие мои. Я водички тут наберу. Что-то я волнуюсь. Кто-то другой полетит, а то меня выкидывает постоянно. Я полечу.
Блин, денег нет. Мне тоже. Я нет, с собой так... только 9000. Не снял его. Так, ну ладно. Че, надо было 31. Плюс. Сейчас наберу воды, попью, а то отъеду. Воду уже жрачку, знаете, как добывают? В Ковале есть магазин, по 50 тысяч бекон стоит. В смысле? Воду. В смысле? У меня всего 50 тысяч. Я сейчас дам тебе денег. Пойдем. Они восстановят БДшник, они все сами переведут. Они файл проебали, переносят. Пойдемте. Погнали. Капитан. Цифра 8 уже. Нихуя себе. Многовато ли вам? Хорошо, сейчас, секунду. Паш, положи только сразу на счет. Восьмерку сейчас гляну. Сейчас гляну, понятно. Да, я понял. Пойдем. Что значит восьмерка? Это я баллы выставлял. Он попросил чекатуна по баллам его оценить. Это для меня балл, не заморачивайся. Проходите вместе. Вместе проходите. Я закрою. Так. Фу. Вопрос обоим. Один отвечает, второй молчит. И так далее. ВП знаете, как ставить? Нет. Не. Нажимаете Shift и нажимаете пятерку на нумлоке. На нумлоке. Нажимаем добавить. Нажали. После добавить появится панелька карта. Видите? Когда на карту нажимаете... Подожди, я ничего не могу делать. В смысле не можешь делать? Ну, Shift и пятерка на нумлоке. Может, вас нумлок отключен? Нет. А, да, сейчас. Я забыл, что это с сержанта. Сейчас повыше, пока до сержанта. Забыл. Сорян, нумлок. Так, нажимаем Shift Numlock 5. Добавить нажимаем. После добавить появляется панелька, там есть карта. Нажимаем на карту. И один раз, не дважды кликаем, а один раз в море ставим, ниже ковал. В море ставим точку, центр, это будет ВП. Поставили? После этого пишем название. Пишем сейчас текст тест. И после этого нажимаем добавить. Угу. Также заходим Shift Numlock 5 и удаляем. Да, выбираем и удаляем. Так, это на будущее, чтобы вы знали, как ВП ставить. Так, змей, он тебе сказал восьмерка, да? Так, где-то змей. Так, ты у нас будешь прапорщиком. Нет. Восьмерка это была условно для меня. Как прапорщик с Матко. Так. Паныч, ну что касательно экзамена, это у нас идет на этот сам на устав.
Я могу поприседать. Да, я понял. Если я тебе дам сейчас звание старшины. Короче, смотри, в чем суть? Ты будешь в полиции, будешь РПшить. Ну, то есть постоянно РПшить. Это захват, зачитка этих самых. То, что ему надо сделать. Ну, понял, как нарушение. Ну, вот это именно РПшить как полиция. Если тебе интересно, останешься в полиции. Если не интересно, то я переведу в ФСБ, ты там ничего не можешь делать, кроме как хуяриться. Ты, грубо говоря, задерживаешь человека, говоришь, он говорит, за что меня задержали. Говоришь, по подозрению там в угоне, по подозрению в убийстве. Где доказательства? Ты говоришь, будете разбираться с полицией. И мы почему с полицией? Потому что мы не уполномочим. Ну, вот сейчас передадим с полицией, все дальнейшие расследования проводите с ним. Вот это ответ ФСБ. Все. ФСБ создано для того, чтобы ездить на наркоту, хуяриться на наркоте, хуярить повстанцев, которые, блядь, в машине, блядь, наркотой или машине с оружием, понял? Вот такая тема. Ну, я могу полицейский с ФСБ штуками выжить? Чего? Еще раз не понял вопрос. Говорю, я могу с ФСБшниками в машине ездить на какие-то задания? Не, ФСБшники отдельно ездят, полиция ездит отдельно. Если начинается бой, то понятное дело, что если полиция начинает херачить там какой-то гопник или что, ФСБшники подтягиваются на замес. Давай, короче, сделаем так просто. Я пока вместе в полиции буду. Ну, как бы по РПшу чуть-чуть. Все равно тут пока вместе не с кем даже. Завтра стримеры будут. Завтра будет чем с кем РПшить. Не, ну по РПшу в полицию, а там посмотрим, может быть. Ну, ФСБ как бы тоже неплохой вариант, но в полицию пока не... Смотри, я в полиции выдаю звание только за устав. Сейчас я могу без устава дать только младшего сержанта. Сказал, за что, бля? Не, серьезно, все ребята сдавали экзамен, если хочешь, я тебе сейчас его проведу, сможешь дать, дам высшее звание, не сможешь дать, дам младшего сержанта. Нет, потому что и вы сдавали. Потому что Паша более-менее косвенно знает, так как он с полицией РПшит. Ой, блин, я чувствую, как будто, блядь, в школе. Так все чувствовали. В этом и прикол, да. Пройдешь, не пройдешь, какая разница? Это чисто для интереса. Да, хотя я, блядь, на четвертый сдал, который летать не умеет, блядь. Не, я не разбиваю, челюсть. А. Ну, короче, этот. Смотри, Паныч. Ну там, собственно, да. Вот меня бесит то, что они включают это, блядь, именно на ПД, блядь. О, поймали. Поймали Смита, блядь. Короче, Паныч, смотри, давай первый тест пройдешь, посмотрим. Допустим, ты полицейский, да? Но я не ФСБшник. Я про... Это на месте решить, в принципе? Нет, на месте ни в коем случае нет. Да. Ну, видишь, ты говоришь, блин, тут тест у меня такие вопросы. Видишь, машина на трассе, которая на большой скорости подозреваемая. Ну, ты думаешь, что там люди с оружием, твои действия. Я стою и вижу, нет, как машина пролетает. Ну, ты едешь по федералке, блядь, впереди тебя машина. Тебе показалось, что там оружие, и обогнала тебя машина. Видишь, что там люди с оружием, твои действия.
написать, кинуть табличку, остановитесь, не останавливайтесь, продолжим движение, продолжить преследование, подключить ребят и все. Ну и соответственно задерживать. Понял. Хорошо, другая ситуация. А София, ты стоишь один, видишь, как Хент мимо тебя проезжает с наркотой, твои действия. Наверное, просто по рации передаю, так все. И все? Ну да. А, ну тебя не было, короче. Что ты, ну, ты должен был ответить, а что я там сам делаю? Не, ну в принципе логически да, но как бы и себя не выдавать, то есть, ну, никаких действий не производить. Нет, причем не в этом дело. У нас по уставу, я просто не был, я забыл. Я просто давал приказ, у нас по уставу передвигаться только группы минимум 2-3 человека. Если ты один, ты не имеешь права покидать пост, тем более, если ты настрой один, ты не имеешь права покидать ковалу. В смысле, он, блядь, смотра, блядь, персики собирает, блядь. Да, сейчас за это пизды получу. Я сейчас поеду с ним разговаривать на эту тему. Он его сегодня, короче, помаивали. Я это знаю, у меня уже 3 человека пожаловали, я сейчас поеду с ним разговаривать. Короче, если ты один на острове, ковала твой дом родной. Максимум вот здесь вот на ПВУ, потому что это зеленка. Проверять документы. Количество людей, которые вы можете покидать ПВУ и ковалу, это 3 человека минимум. Понял? Ага. Что касательно, ну, блядь, ну, короче, все остальные правила, Паша, это как было, блядь, когда мы ездили, что мы говорили полиции, почему не было таблички, почему не стреляли по колесам, понятно? Ну, это понятно. Ну, вот самое элементарное, то есть, а все остальное, ну, действительно, просто прикольно РПшить. Вот сегодня я такую хуйню завернул с Митом, мы там тупо устали со смеху, знаешь, что я сказал? Че? На чуваке 4 убийства, я ему говорю, мне все понятно, 4 убийства с оружием, одно... Два там, одно расчлененка, это ясно. Говорю, ну вы мне просто скажите, нахуя нужно было срать на последнюю четвертую жертву? Все, и тупо истерика, да? Все четверо, что стояли в комнате, тупо застерили. Ну то есть, РПшн просто круто, РПшн. Но то, что ты знаешь, что, блядь, сразу спаковать, уже тебя на сержанта выкидывает. Давай там тебе старшего сержанта побегаешь. Если не будет нравиться, переведу тебя в эту самую ФСБшку. Так. Будут вопросы, обращайся там ко мне, ко Змею, к Чикатуну, к Никитосу, Стаффорду. Вот единственный момент, что мне действительно сегодня Стаффорд сказал, то что... Блядь. Слышишь? Я обосрусь. Вояка персиковый, блин. Слышишь, Хилкс? А? А что ты там делал? Да не просто так. С ребятами это говорили. А что ты холы ездишь? Я не холы. А чё ты морозится, когда тебе, блядь, старший по званию что говорит? Блин, просто так. И так занято ничего делать. Монтана, я думаю, забанен на час. Ой, блин. Ты сюда позвал? Нет, ну просто смотри, допустим, ты же не будешь показывать документы. Да задолбали с вами какашками. Нашли ж какашки. Ну ведь хороший РП, ну согласись же. Ну да, неплохо. Хороший РП вылетает на Блэкфише. Или это кто был на Блэкфише, блин? Облетал ковалу. А что за Блэкфиш? Ну вот такой Блэкфиш летел в ковале. Я в тюрьме сидел, если че. Не знаю, возле ковалы пролетел Блэкфиш. Смит, ты кому говорил, что это сбежать-то собрался? Преступник, рецидивист. Ух, поймаю я тебя. Ещё! Меня полиция защитит, понял? Ему из-за тебя Авито зубы выбили только что. Я именно
Подожди, именно подожди, говорит, говорит, да у меня есть друг, он подтвердит, что это Гриша, да ты его хуй, я первый. А я слышал, просто, как он это говорил, у меня глюкнул АТС, он меня перекинул, я слышал абсолютно всех на острове. Ты забанен или нет? А с хуяли я забанен. Потому что ты был в наручниках и как будто был рестарт, это как будто считается как релог, я думал. Нет, я думаю нет, потому что сервак падает. При этом. Понял. Сейчас, кстати, миссию другую загрузят с магазинами обновленными. Да, кстати, Серега. Вот если я с тобой сейчас РП не отыграю. Загрузи миссию, пожалуйста. Так же, как там сделал, все? Да, да, сделал. Он еще вчера играл. Ну тогда сейчас сделаю. Слышь, Сереж, на завтра, на завтра давай договоримся какое-то время, посидим, мне нужна твоя помощь. Ну посидим, конечно, о чем это. Таблички нужно расставить и кое-что поменять в магазине. Ну, без проблем. Серега, слышишь? А, это набор в медике. Кто решает? Ты или это, или Женя? Да я хрен знает. Что, ты медики хочешь, что ли? Ну да, да, да. Кстати, он медика классный, РПшил. Сеги хочу быть. Да, классно, только вертолеты разбивают вместе с потерпевшими. Я никогда не забуду, как он меня, блядь, спасал на воде. Ну, блин, потому что у меня всегда кикает с сервера. А, слушай, медики, вон, из полиции тебя уволят. Ну, и Ксения, подойди, у него там планшете настроено, все, он тебя сразу... Блин, я уже с ним говорил сегодня, с ним общался, он сказал, без проблем. Ну и все, без проблем. Ну, хорошо. Увольняйся вечером. Этот, слышишь, Серега, ты видел там, где Хилкс меня спасал на вертолете? Не, не видел, наверное. Сейчас кину. Вова, ты самое главное не сказал.